Алло. Нет, у меня есть просто 4 минуты между. Как ты совсем расстраиваешь? Спина болит что-то. Так, здравствуйте еще раз. Давайте тогда начнем наш семинар. Так, в общем, мы начинаем новую тему, которая называется «Одноклеточное секвенирование». Вот. Что это такое вообще? И зачем это нужно? Значит, когда мы говорили с вами про обычное секвенирование, то мы с вами на самом деле секвенировали, вот в чем разница, да, между single cell РНК секвенирование, да, когда у нас отдельные клетки, или bulk, вот то, что вот мы с вами делали, домашние задания и так и далее, это называется bulk RNA-сек, то есть bulk от слова куча. Вот, то есть мы секвенируем сразу кучу клеток и определяем ее транскриптом. Определяем те гены, те РНК, которые плавают в цитоплазме этих клеток. Но мы при этом знаем, что на самом деле ткань у нас содержит, даже если там, например, мы говорим про ткань
там, мышцы, да, там, или, я не знаю, там, кусочек ткани желудка или кусочек кожи. Там все равно находится куча-куча разных клеток. Там всегда будут какие-то клетки там, крови, какие-нибудь макрофаги и все такое. Не говоря уже о том, что внутри самого органа у нас есть множество подтипов клеток. Вот. Ну, то есть есть такой пример, вот, ткани гетерогенные. И вот здесь подсвечены, я вот не знаю, не помню точно, что это вот, по-моему, это, да, видите, это называется... На нейроны похоже. Да, brain connections, то есть это у нас, видите, вот все, это вот куча, значит, куча нейронов, и все они разные. То есть цветом отмечены, они там светятся в зависимости от того, какой уровень там экспрессии одной клетки или там разных генов, одного гена, нескольких клеток. То есть видим, что на самом деле, если мы берем эту кучу, то мы и все это вместе смешаем, все эти РНК, то что мы получим? Получим какое-то среднее значение по больнице, которое на самом деле имеет довольно малое отношение, далекое отношение к реальности. А также, почему это еще важно, потому что, например, вот биопсия, да, если раковые, мы говорим про раковые клетки, мы делаем, берем биопсию из там раковой опухоли, но все равно там есть раковые клетки, а есть здоровые клетки, и зачастую там раковых клеток будет, возможно, даже не большинство, а только часть. И поэтому понять, что же именно, какие же гены экспрессируются именно в раковых клетках по сравнению со здоровыми, когда у нас доля раковых клеток будет небольшая, будет очень сложно. Поэтому и разработали технологию single-cell RNK-секвенирования. И чтобы ее объяснить, как она работает, давайте я немножко вам напомню такой момент, да, что у нас есть подготовка библиотеки, то есть когда мы с вами говорили про секвенирование, то есть у нас там есть секвенатор, у него есть так называемый чип или там подложка, на которой мы наливаем наши подготовленные участки ДНК. Вот, с адаптером. Возможно, кто-то из вас помнит, что такое адаптер, для чего он нужен. Вот, если помнит, скажите. Если нет, то я расскажу. Ну, за адаптер мы крепимся к подложке. Да, ну, все правильно. С него начинаем синтез. Да, все он правильно. Он и праймер, и, ну, то есть, да. Да, все так. То есть у нас, когда мы говорим, например, там, про ДНК или про РНК, то есть у нас тут есть наши длинные хромосомы, мы их фрагментируем на короткие фрагменты, а затем к каждому такому фрагменту мы присоединяем с двух сторон, мы присоединяем, ну, там, с двух сторон или с одной стороны, это уж я, зависит от технологии секвенирования, и, ну, по-моему, обычно с двух сторон присоединяется небольшой участок, называемый адаптер. И именно этот адаптер у нас, вот эти вот участки фрагмента ДНК будут приклеиваться, будут цепляться за подложку там, и пойдет все секвенирование. Но у адаптера, на самом деле, есть еще одна важная роль. Как вы помните, роль эта связана с тем, что надо сэкономить деньги, потому что на подложку, как бы, если мы на нее налили какие-то там фрагменты там, ДНК, РНК, то как бы она уже все, то есть она, можно сказать, одноразово используема. Но в ней гигантское количество, значит, вот этих вот самых ячеек для секвенирования. То есть там примерно с одной подложки, там, возможно, там можно 1 миллиард, да, 1 миллиард чтений можно получить РИЦ. А нам часто не нужен миллиард, нам нужен, например, там хватает там, 10 миллионов или 100 миллионов. То есть нам не нужно столько много. Но нам нужно множество образцов. Например, вот мы с вами говорили про разные биологические реплики. То есть имеет смысл там, разделить нашу биопсию на три части и каждую из них отсеквенировать. Либо там контроль и эксперимент. Вот у вас в задании по РНК-сек было 6 образцов. То есть нужно
было отсеквенировать 6 разных образцов. И, разумеется, ну, разумеется, не было, не нужно для этого использовать 6 разных подложек по миллиарду, а лучше все 6 разместить на одной подложке и, соответственно, эти чтения все потом получить. И вот эта задача решается с помощью так называемых баркодов. То есть, что имеется в виду, что так как у нас наш адаптер – это просто какая-то последовательность нуклеотидов, то мы можем сказать, что давайте добавим здесь, например, для каждого адаптера мы добавим так называемые баркоды. И вот здесь мы, например, вот здесь вот небольшую добавим, там, не знаю, 5 букв, там, А. Это у нас будет соответствовать нашему первому образцу. А дальше у нас будет там какой-нибудь второй образец, либо там другая реплика биологическая, либо это, например, там какой-то эксперимент, где мы также прикрепляем адаптеры к фрагментам. То есть у этих адаптеров также есть, соответственно, необходимые последовательности для прикрепления к подложке, но у них также имеется дополнительная последовательность, но уже другая. Например, так у нас другой образец, то мы здесь используем другие буквы. То есть, например, там, не знаю, ГГГГГ. И если мы себе запишем заранее, что, например, значит, когда после секвенирования к нам приходит чтение, которое начинается, ну, там, как правило, все равно секвенируют вот эти вот адаптеры, которыми прикрепляются к подложке, то есть там какое-то есть, не знаю, около там 15 букв, у нас секвенируются все одинаковые, потому что это вот тот участок адаптера, который у нас находится, которым чтение прикрепляется к подложке, то есть там 15 нуклеотидов. А затем, например, у нас либо идет, там, не знаю, 5 букв А, там, то есть у нас будут чтения, у которых идут затем А, а затем последовательность нашего собственного чтения. Либо у нас будут чтения, у которых, например, там будут идти, там, не знаю, ГА, ГГ. И вот это мы, то есть тут у нас были только буквы А, вот здесь. А вот здесь у нас получается, там, не знаю, ГАГГ. То есть вот это называется баркодом, баркодом образца. То есть мы знаем, что вот здесь у нас у этого образца баркод ААА, у этого образца баркод ГАГГ. И таким образом в адаптер еще добавляется баркод, то есть информация о том, из какого образца данные, ну, грубо говоря, к какому образцу данное чтение пришло. И таким образом, когда мы получаем уже на компьютере после секвенатора, мы получаем наше чтение, то мы, если мы смотрим, там, не знаю, на буквы, начиная там, с 15 по 20, то мы считываем тот самый баркод и уже определяем их. Эти мы, например, в один FASTQ файл копируем, а вот эти мы переносим в другой FASTQ файл. Таким образом, мы разделяем наше чтение уже по образцам. И это делается с помощью так называемых sample barcode. Насколько понятно вот это про баркоды образцов? Напишите плюсики, пожалуйста, в чат. Возможно, чат сейчас не работает. Сейчас я попробую его настроить. Можно только вам личные сообщения. Да, напишите плюсики. Сейчас вроде бы я настроил, что... А, сейчас, все... да, общий чат. Да. Вот, окей, здорово, что понятно. Вот. И теперь мы возвращаемся к теме single cell. К теме single cell. И мы говорим, а что, если мы возьмем нашу ткань. Дальше мы клетки разделим по одной штучке. Например, положим каждую клетку в отдельную пробирку. Одну клетку в одну пробирку. И дальше в эту пробирку
каждую отдельную пробирку, мы будем капать свой собственный адаптер. То есть адаптер со своим собственным баркодом. То есть у каждой клетки будет свой собственный баркод, и тогда мы сможем разделить после чтения, мы сможем разделить после секвенирования, мы сможем разделить чтение на разные клетки. И вот на самом деле это было сделано. И здесь самым сложным этапом было, как именно мы разделим, как именно мы положим каждую клетку в отдельный, в отдельную пробирку. Ну, разумеется, например, в этих вот экспериментах по секвенированию отдельных клеток. Видите, это еще даже не самое современное, но секвенируется там 100 тысяч клеток, например, в одном эксперименте. Разумеется, никто не будет делать 100 тысяч пробирок, в каждой из которых лежит одна клетка. Это делается с помощью прибора, который называется 10X Genomics, и он работает на принципе микрокапель. То есть давайте я вам продемонстрирую, что такое микрокапли. Это капли, я все время путаюсь, это капли воды в масле или это капли масла в воде. Я не очень помню, но давайте я вам покажу, как это работает. То есть они, грубо говоря, то есть есть такая наука флюидика, микрофлюидика, кто из вас физикой интересуется, я думаю, слышал про это. И здесь идея такая, что если, да, мы, например, взболтаем, ну, это уже всем как бы знают, да, если мы возьмем масло, в воде взболтаем, у нас получаются такие капельки. И, соответственно, как бы вот оказалось, что если мы будем, например, сделаем такую вот стеклянные трубочки маленькие, и в одной трубочке у нас будет поступать вода, а в другой у нас будет поступать масло, то они будут получаться вот такие вот отдельные красивые капельки, которые будут плыть одна за другой. И оказалось, что на самом деле здесь наша задача осталась только вот эти клетки, которые у нас есть, мы пускаем. Тут, видите, еще возможно там смешивать, например, разные типы капель, то есть оказывается, вот такое сочетание трубочек нам дает то, что у нас там, не знаю, красная жидкость всегда оказывается внутри зеленой, синей жидкости, но это все как бы были эксперименты физиков, а биологи это адаптировали под свои нужды, а именно сейчас я покажу, где-то здесь вот клетки. То есть вот они добавляют. То есть вот у нас наши клетки, которые у нас плывут, грубо говоря. А вот здесь у нас масло. То есть вот это у нас получается вода. А здесь у нас получается вода, в которой находятся вот эти самые, грубо говоря, адаптеры с уникальными бархотами. То есть у нас получается, что клетка попадает в каплю, в которой уже есть адаптеры с этими бархотами, и там находится отдельная клетка. То есть получается вот такая вот капля, подготовленная специально уже для секвенирования. То есть дальше, конечно, процесс, что эта клетка у нас там разрушается, из нее делается, там, если это ПРНК, из нее делается КДНК, там, да, обратная транскрипция, это тоже все делается. Но самое это сложное, значит, этап – это разделить наши клетки на отдельные клетки. И вот это делается с помощью таких вот небольших капелек с помощью прибора 10X. Вот. И дальше у нас происходит секвенирование, но здесь на самом деле еще дальше пошли исследователи. Они только разделили клетки на отдельные, грубо говоря, капли. Они еще решили, что давайте мы не только отсеквенируем фрагменты ДНК, точнее РНК, мы еще каждую эту РНК пометим. Мы посчитаем молекулы РНК. И для этого мы сделаем не только
баркод для клетки, а мы еще вообще каждый наш адаптер, каждый этот адаптер, у него будет уникальный баркод. То есть получается, что вот если посмотреть те адаптеры, которые используются для single cell, то они очень длинные. Сейчас я покажу, как они выглядят. Вот. То есть у них есть обычный адаптер, у них есть адаптер образца, как и был раньше, у них есть адаптер клетки, то есть sample barcode, cell barcode, адаптер клетки, и также у них есть адаптер для каждой уникальной молекулы РНК. То есть, видите, длина этого каждого адаптера показана. То есть... Сейчас, а как это работает, если мы помещаем адаптеры просто в каплю? Мы же не можем, у нас в одной капле одна клетка. Ну, как бы... Как нас... мы можем... Мы же только мы один вид адаптера в одну каплю засовываем или сразу много? А, смотрите, в одном... Значит, у нас... В одной капле адаптеры, у которых одинаковый cell barcode и sample barcode. Вот эти, внутри одной капли находятся одинаковые, вот эти два адаптера одинаковые. А вот эти UMI, они все разные. Они имеют длину 10, и как вы понимаете, то есть 4 буквы длины 10, это получается 4 в 10, 2 в 20, то есть получается... Миллион. Миллион разных вот этих вот UMI-ов у нас есть. То есть мы ожидаем, что если у нас в клетке плавает миллион молекул РНК, то мы, в принципе, все эти РНК увидим, грубо говоря. Если там действительно миллион этих адаптеров. То есть вот они, вот UMI, они все-все разные. Все-все разные, да. Хорошо, это тогда вот еще вопрос. Вот что такое 3-штрих RNA insert? Это вот тот самый фрагмент РНК, который мы секвенируем. А, то есть Illumina адаптер и sample barcode, они уже на совсем другом конце, то есть вот это... Да, это вот наш вот фрагмент РНК, который мы секвенируем, а это с двух сторон к ним прикрепляются адаптеры. Только у левого адаптера, видите, есть UMI баркод и cell баркод, а у правого адаптера обычный sample баркод и Illumina адаптер. Ну, то есть тут много деталей, но по сути дела, главное, что вам нужно знать, что у нас получается гигантская матрица. То есть из секвенирования РНК у нас получается матрица. То есть дальше как мы делаем все это обычную процедуру, то есть мы берем наше чтение для каждой клетки, картируем их на геном, считаем, какие на какой ген попали, то есть получаем эти вот каунты, и дальше у нас получается там, не знаю, там ген 1. То есть у нас получается такая таблица, ген 1, ген 2, ген 3. На самом деле мы эту таблицу, вы ее будете видеть. А здесь у нас, в принципе, как раз домашнее задание, это, по-моему, будет, увидеть такую таблицу. А здесь у нас будет клетка 1, клетка 2, клетка 3. И здесь у нас стоят числа, то есть число чтений. Но чтение, на самом деле, соответствует одной молекуле РНК. То есть тут реально ставится, сколько молекул РНК было для данного гена, плавало в данной клетке. Вот. Но проблема в том, что, видимо, все-таки не все молекулы РНК секвенируются. То есть адаптеры не ко всем молекулам РНК прикрепляются. Либо все же... Ну, то есть очень много нулей. То есть часто бывает там единички и очень много нулей. То есть там либо этот ген, правда, не экспрессируется вообще, либо то есть адаптер к нему не присоединился, либо что-то еще. Но, в общем, в этой матрице очень много нулей, и прям гены, у которых много, то есть которых прям много там плавает, их не так, в общем-то, этих генов довольно мало. Единичка – это что, мы нашли только одну РНК для целого гена? Такое мы можем тогда посчитать? Ну да, то есть мы нашли только одну РНК. То есть один уникальный молекулярный индекс мы нашли.
Сейчас нет, а я думаю, я так понимаю, что универсальный индекс, он как бы на одну молекулу РНК, но да. Как бы молекулы РНК, их же ну, от одного гена их много будет, разве нет? Да, но есть гены высокоэкспрессированные, есть низкоэкспрессированные. То есть, бывает... то есть может быть больше, чем один? Конечно, может, да, конечно. Но, к сожалению, покрытие все равно недовольно. То есть большинство генов экспрессируется на довольно маленьком уровне, так скажем так. То есть есть не так много генов, где которые экспрессируются прям сильно. Ну, разумеется, это рибосомальные РНК, для них, конечно, много, но их тоже тут убирают, рибосомальные РНК, и тоже, я так понимаю, методами, ну, вот именно методами поли-А или там RNA depletion. Вот, но... А у нас, получается, колонки отвечают за гены? Строки за гены, колонки за клетки, но это... Давайте я вам покажу сразу. Там я, да. А, там G, а не C. Показалось просто, что это одно и то же. Это да. G, давайте я подкрою домашнюю работу. Вам как раз про нее расскажут сегодня. И тут, по-моему, как раз есть пример такой матрицы. Вот у нас в коллайде. Так. Вот. Вот так это вот гены, вот они, СНО, там их тут, видите, 34 тысячи генов и 8 тысяч, то есть это строк, и 8 тысяч столбцов, это вот клетки, вот они, уникальные номера клеток. Но 8 тысяч клеток, это мало. Это еще очень, вот видите, их двоечки, но в основном нули. Это, ну, это очень мало. Сейчас, те эксперименты, которые делаются сейчас, это 150 тысяч клеток. Это матрица размером, и гены тоже, не 34 тысячи, там сейчас генов 50 тысяч, в принципе. То есть матрица размером 50 тысяч строк на 150 тысяч столбцов. Такая вот типичная, обычная матрица. Или результат работы РНК-сек эксперимента. Это такой настоящий уже big data. А вот, вот вопрос вот про единички как раз. Вот если это единички, это... Мы вообще можем эти данные вот так вот, если честно говоря, обрабатывать? Если это говорит о том, что вот эта единичка, о том, что у нас просто так мало РНК, насколько это вообще как бы, ну, условно говоря, достоверные данные? То есть вот мы же могли спокойно потерять эту РНК, условно говоря, то есть и получить ноль на месте единицы. Мы вообще имеем право как бы говорить, что вот там точно есть одна, ну, то есть, понятна моя идея? Ну, то есть... Да, да, идея понятна. Значит, смотрите, то есть, да, то есть тут, скорее так, это такое, наверное, что если мы видим единичку, то это, этому верить можно, потому что, ну, чтение, оно ниоткуда взяться не могло, правильно? Вопрос только, если мы вот в этой клетке мы поймали эту РНК, а в соседней клетке, которая такая же, мы просто к ней адаптер не применили, и на самом деле тут вместо этого нуля должна стоять единичка. И вот чтобы вот это учесть, используется такая удобная вещь, как визуализация или алгоритмы снижения размерности. Что я имею в виду? То есть на самом деле часто нам нужно, нас интересует на самом деле... Ну, давайте, наверное, даже лучше я покажу картинку статьи. То есть мы в домашнем задании будем анализировать эту статью, эти вот данные из этой статьи, где сделали single cell, они анализировали тимус у мыши. Тимус – это такой небольшой орган, в котором вырабатываются клетки иммунной системы, а именно Т-клетки, насколько я понимаю. Вот. Возможно. Вообще, Т-клетки – это довольно интересные клетки. Они в том числе помогают нам бороться с раком. Это очень интересная область. Но про это не будем сейчас говорить. То есть, вот, ну, это вот матрица, которую я вам показывал, аналогичная. Только здесь, видите, выбраны только те гены, которые там либо, по которым достаточное количество чтений пришло. А это вот все клетки, которые они определили, все клетки, там, 1800. 25 клеток. На самом деле, вот вообще в их работе, тут если посмотреть внизу, тут есть такая табличка. На самом деле, видите, они всего сделали 17 тысяч клеток. Но они анализировали там разные тимусы из разных мышей. То есть вот
мышь, которые там от 4 до 6 недель, эмбриональные мыши, какие-то там разные маркеры этих клеток брали. То есть вот то, что, в общем, то, на что мы смотрим, это вот часть этих вот клеток, которые они исследовали. Вот 1825 клеток. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, да, как вот вообще мне там верить, не верить вот этим ноликам, единичкам, и что вообще, как с этим быть. В общем, на самом деле биологам интересно следующее. Им интересно, вообще говоря, вот мы берем тимус. Сколько там, в принципе, разных типов клеток? То есть им интересно понять под, скажем так, вот, под группы клеток, да, под типы клеток. То есть вот есть клетка тимуса, но клетка тимуса, ее как таковой, в принципе, ну, она может быть все равно, там, тимус – это целый маленький, но орган, и в нем есть свои популяции. Это клеток. Задача кластеризации, правильно? Да, это задача кластеризации, то есть понять, в принципе, как бы, какие есть типы клеток. А типы клеток, как мы с вами знаем, у нас ДНК у всех клеток одинаково, у всей мыши, но клетки отличают друг от друга тем, какие гены в них экспрессируются. То есть надо смотреть, какие именно гены экспрессируются в разных клетках. Поэтому нам нужно нарисовать вот такую картинку, где каждая точка – это одна клетка, значит, и все. То есть, и ее разукрасить. То есть исходная вообще-то картинка рисуется вот такой серой, то есть где все точки одного цвета. А разукрашивают ее уже биологи. Они говорят, вот это вот мы называем популяция 4, это популяция 2, это популяция 3, это популяция 1, а это вообще популяция С, например, вот это вот черное. И это они уже сами там решают по каким-то своим генам, которые они отмечают. Но задача биологов, задача математиков, биоматиков – это показать им вот так вот, как эти клетки располагаются, эту картинку построить. И как эта картинка строится? Давайте я вам вкратце расскажу. Возможно, кто из вас математики слышали про PCA, Principal Component Analysis. Напишите плюсики, если слышал про PCA. Например. Вот. И, соответственно, в чем заключается... О, про PCA, отлично. Я даже слышал про PCA. Значит, в чем заключается, как бы, смысл этого PCA? Или в чем заключается сложность? Значит, если мы посмотрим на вот эту матрицу, да, которую мы с вами видели, ну, вот эту матрицу, например, вот у нас есть одна клетка. Ну, тут у нее много нулей, но, предположим, у нее там есть ноль, единички. И вот эта одна клетка, ее можно представить как точку в пространстве, да, у которой в этом пространстве 34 тысячи координат. То есть, как бы это объяснить-то? Так, возможно, кто-то, кто знает PCA, может как-то это сформулировать? Или вы просто слышали? Да. Хорошо. Ну вот вы говорите то, что там 34 тысячи координат. Да. И это у нас мы считаем за признаки. Да. Ну да, как раз-таки PCA применяется для того, чтобы уменьшить количество признаков, потому что их слишком много. Да. И PCA как бы создает новые признаки через выражение старых. Таким образом, что у нас количество новых становится гораздо меньше. И мы теряем, если теряем, минимум информации. Основную, да, информативность мы сохраняем. Да. Ну, давайте я вот немножко об этом расскажу. Тоже 5 минут попробую это объяснить своими словами. То есть, во-первых, в чем заключается задача, в чем заключается сложность? Ну, вот, ну, давайте самый простой вариант. У нас есть трехмерное пространство,
да, но его, к сожалению, неудобно, то есть не очень удобно его, вот точки в трехмерном пространстве, да, на них, ну, мы на картинке их не очень удобно смотреть, непонятно вообще, где они располагаются. Поэтому, чтобы их лучше, удобнее было смотреть, их проецируют с трехмерного пространства на двухмерное. Как это делают? Вот это как делать с помощью PCA. PCA, то есть мы, например, как можем? Можем взять каждую точку и ее спроецировать на вот ось вот, вот сюда, да, вот как бы сделать такую проекцию сюда. У нас получится, и там это у нас есть x, y, z, да. Дальше мы нарисуем это x, y, у нас будет какая-то вот эти вот наши точки, эти проекции трехмерного пространства на двухмерное пространство, которое мы просто рисуем. Но на самом деле, если эти точки, например, располагались вот так вот, то есть они прям вот располагаются все строго вот как бы в одном месте, прям вот по этой, значит, вертикально располагаются, тогда они на x, y у нас будут одной точкой. И это будет не информативно, потому что тут на самом деле там 15 точек, а тут всего одна видна. Что это не очень нормативно. Поэтому, чтобы этого избежать, то есть было бы здесь более информативно, например, проецировать вот сюда, вот на это пространство. Тогда бы мы видели все точки. Поэтому PCA решает задачу, чтобы расположить здесь в многомерном пространстве некую плоскость, скажем, двухмерную плоскость, на которую мы делаем проекции всех точек так, что эти точки сохраняют наибольшее количество информации об их расположении в многомерном пространстве. Вот так вот в этом заключается задача PCA и задача любого алгоритма понижения размерности. И PCA, Principal Component Analysis, это всего лишь один из таких алгоритмов. То есть он пытается сохранить вот эту вот визуализацию вот этого многомерного расположения точек на двухмерном, например, на любом мерности, можно и в одномерном, на прямой тоже их спроецировать. Вот, это задача. Напишите плюсики, если кто-то, кому понятно, зачем нужен PCA, кто со мной согласен вообще там. Вот. И теперь возникает такая ситуация, что вот смотрите, у нас есть наши клетки вот здесь, да, и, например, вот здесь единичка, а здесь стоит нолик, да, то есть, но хотя на самом деле, например, тут тоже должен был стоять единичка. То есть, если мы представим, что каждую клетку, что у нас 34 тысячи осей, которые мы не можем нарисовать и не можем представить, но это можно, по крайней мере, об этом сказать, то если там, грубо говоря, вот ось, которая называется вот так вот, да, вот эта вот ось, L01, она, то есть это ось, которая отвечает за ген. Вот эта там, скажем, ось отвечает за ген. L01, она отвечала за тот ген. То получается, что разница между ноликом и единичкой, это в том, что одна точка по этой оси, она на единичку поднята, а вторая на единичку, вторая стоит ноль. То есть разница такая. Но если они по другим осям, например, у них все совпадает, то эти две точки все равно будут рядом друг с другом. То есть если вот эти две клетки, еще раз я повторюсь, если эти две клетки, они действительно клетки одной популяции, они экспрессируют одни гены, и хотя наша технология не полностью все эти РНК цепляет и получает, но все равно в таком многомерном пространстве они будут рядом друг с другом располагаться. И поэтому, когда мы из этого многомерного 34-тысячного пространства с помощью PCA, например, рисуем наши клетки на двухмерном пространстве, как это сделано вот здесь, например, на этой картинке, то у нас клетки, которые экспрессируют
похожий набор генов оказываются рядом друг с другом. Вот. И поэтому вот такая визуализация часто биологов более чем устраивает в результате анализа этого самого PCA. И дальше надо сказать такой еще момент, что помимо PCA, алгоритма PCA, есть другие алгоритмы понижения пространства. Например, алгоритм TSNI, то есть вот видно, что он как бы более как-то качественно делает кластеризацию этих клеток. И еще надо сказать, что где статья? Что биологи, в принципе, знают, какие есть характерные гены для каждой популяции клеток. То есть, например, вот здесь, вот смотрите, этот график, он показывает следующее. То есть вот у нас это вот наши вот эти вот клетки, которые здесь нарисованы, но они тоже раскрашены. Они здесь же, вот видите, повторены просто серым цветом. А дальше биологи выбирают один ген какой-нибудь, и они показывают, что подсвечивают только те клетки, где данный ген экспрессируется. То есть те случаи, где... То есть те клетки, грубо говоря, да, то есть вот если мы посмотрим на нашу матрицу, то есть мы берем один ген и смотрим только те клетки, где стоят не нули. И только их мы подсвечиваем на этом графике. И видно, что действительно вот какие-то есть такие ключевые, так называемые маркерные гены для каждой подпопуляции клеток. И вот видно, что здесь вот свой маркерный ген для популяции C. Для популяции первой маркерными генами являются вот ИТГА6, ИТГБ4. Для популяции второй вот это вот, да, ЭР. То есть этот ген экспрессируется только вот в этих клетках и больше нигде. И на основании вот этих вот так называемых маркерных генов биологи уже в том числе раскрашивают вот эту вот графику, показывают, вот у нас столько-то таких клеток. А откуда они их знают заранее? Если как бы идея синглсов в том, чтобы найти эти кластеры, как мы заранее знаем, что есть какое-то деление. Это какое-то просто анатомическое, морфологическое из предыдущих исследований как бы догадки? Или откуда берутся эти знания? Ну вот, например, есть лаборатория, есть лаборатории, которые занимаются десятки лет одним геном. Вот, например, есть лаборатория в Гарварде. Они публикуют только по гену AIR. Вот, собственно, их... А, это не их статья, но, в общем, даже несколько лабораторий в мире, которые занимаются одним и тем же геном. То есть там в Израиле, в Японии, в США. Разумеется, если ты там 20 лет изучаешь один ген, ты знаешь, где он экспрессируется, знаешь там про него все, знаешь там про другие гены, на какие гены он влияет, то есть ты уже знаешь, на что смотреть. То же самое, например, те же самые... врачи, которые занимаются раком, они тоже знают, какой ген начинает экспрессироваться в раке и какой ген делает раковые клетки. То есть если мы нарисуем single-cell данные для раковой биопсии, то же самое они скажут, покажите нам, в каких клетках там экспрессируется такой-то ген. Потому что они знают, что этот ген именно включает деление. И они подсветят и скажут, значит, это вот клетки раковые, давайте их смотреть, что в них еще такого происходит. Поэтому биологи, да, они, конечно, есть свое внутреннее. Ну и на самом деле, просто почитав статьи, вы тоже будете знать какие-то гены, когда вы какое-то количество уже почитаете по данной тематике, по любой тематике, вы уже сами эти гены будете знать на слуху. По крайней мере, там. Видите, много генов не нужно. Два гена там, и уже, в принципе, все разделяется. Вот, в общем, значит, смотрите, на вашем домашнем задании как раз-таки нужно будет вот проанализировать данные РНК-сек, то есть, вот, по сути дела, воспроизвести вот эту картинку. Тоже мы вам уже даем вот эти маркерные гены, вам нужно будет ее подкрасить. По-моему, вот это вот. Это вот что касается основной части задания. Вот этот, хотя эти вот тепловые карты понятны всем, напишите плюсики, минусики, кому непонятно или понятно. Я, если что, объясню, что это тепловые карты означают.
Ну, здесь у нас, видите, по строчкам у нас ген, а по столбцам у нас клетки. Можете объяснить, пожалуйста, все-таки тепловые карты? Хорошо. Ну, в общем, вот у нас матрица, да, вот гены, вот они, значит, наши клетки. Они взяли, только они, у нас тут 30 тысяч генов, а они взяли вот тут 132 гена, выбрали, тут они вообще выбрали всего 6 генов. А клетки так и оставили 1600 клеток по столбцам. И в итоге просто они вместо того, чтобы писать цифры, они рисуют цветом. Видите, они рисуют, где 0, там они белые ставят, где там 1, там желтый. Они ведь 2. Как-то систематизированы тут явно. Ну, а потом они просто эти клетки еще представляют местами столбцы таким образом, чтобы они оказались рядышком друг с другом. И таким образом вот у нас показываются, вот они клетки, которые экспрессируют ген ЕПК и КРТ18, вот эти клетки отсюда до сюда. И вот видно, что ЕПК, КРТ18, ну, короче, здесь, возможно, их не показывают, но в общем, просто, да, вот они показывают, что вот эти клетки, то есть это некое другое изображение вот этого же графика, просто что вот эти два гена экспрессируются только вот в этих клетках, а вот в этих клетках они уже, видите, не экспрессируются. Дальше ген ФЛТ1, ПКМ1 экспрессируются только в этих клетках, в остальных не экспрессируются, и вот эти тоже. То есть как бы они показывают, что вот есть маркерные гены. А алгоритм кластеризации, он автоматически просто эти столбцы размещает рядом друг с другом, так, чтобы это выглядело более наглядно. Понятно? Вроде да, спасибо. Вот, то есть вам нужно будет, там все это будет написано, вот такой график построить. Это single cell, визуализация работы single cell, а бонусным заданием будет являться сравнить, например, берем одну популяцию из single cell, вот эту вот, вторую, и сравниваем ее с bulk, с обычной РНК-секвенированием, то есть нам нужно будет скачать другой эксперимент, где сделали bulk, стандартное секвенирование, то есть весь тимус целиком, значит, анализировали, и посмотреть, есть ли ну, соответствие между single cell и bulk, насколько они соответствуют, насколько они отличаются, и насколько вот это в этом балке, что у нас присутствует в смеси всех клеток, насколько это вносит много шума, да, насколько все-таки single cell у нас более такой чистый, как бы говоря. Так, я, по-моему, немножко прослушала. А в чем конкретно наше домашнее задание? Основная часть – это воспроизвести вот эту картинку и вот эту картинку, то есть у вас дается на вход вот такая матрица, и вы воспроизводите две картинки. Вот. То есть вам дается матрица, дается маркерные гены под каждую из этих популяций. Вот. Вам нужно будет... нам что-то кроме кода в коллабе нужно понимать? Нет. Не нужно будет считать, не нужно будет выравнивать, нужно будет просто вот анализировать. Ага. Вот. Но здесь только вот сложность, да, в том, что нужно будет скачать эти вот все, к сожалению, эти вот все, эта матрица вот эта, она не одна вот так целиком, она в базе данных разбита по отдельным файлам, поэтому вам необходимо будет эти определенные файлы, этот набор файлов скачать, то есть вот видите, вот отсюда вот два, то есть вот так сделан эксперимент, что почему-то вот они, видите, разбили по отдельным файлам, в итоге получается тут вот 2 плюс 4, 6. Если вот отсюда до сюда просуммировать, будет 21 файл. То есть эта матрица, она разбита на 21 файл, нужно будет их скачать себе в коллаб и склеить в одну матрицу. И в этом тоже вот заключается одна из... там, по-моему, это есть код, как это сделать. Вот. Но... у нас Егор, вот ассистент, который будет проверять. Давайте Егор вам расскажет поподробнее про
задание сегодняшнее, а так, в общем, общее представление я вам дал по Single Cell. На следующей неделе, возможно, более подробно расскажем про Single Cell. Вот Анатолий Зубрицкий про экспериментальную часть. Вот. Но как бы такое вот новое домашнее задание, как обычно, на две недели дается. Все, Егор, вы здесь? Да. Вот, тогда расскажете подробнее про домашнее задание. Ну да. Все, спасибо. Я вам передаю слово. Да, хорошо. Так, спрашивают по DZ-34. Я скажу ассистенту, мы постараемся проверить в течение недели. Проверим. Оперативно. Так, тогда видно? Экран. Да, спасибо. В общем, ну давайте, так сказать, по опыту прошлого года начну все же полностью рассказывать, ну не то что сначала, но о таких общих чертах для того, чтобы вообще понимали, чтобы потом было удобно на YouTube пересматривать. И, ну, суть нашего задания будет состоять в том, чтобы каким-то образом воспроизвести результаты статьи, которую вот Иван Валентинович показывал, в немного меньших масштабах. В статье здесь они, собственно, тут статью можете почитать, она небольшая, тут 25 страниц написано, но в основном там методы будут. Самое такое здесь занимательное в том, что эта статья, она, по сути, предлагает новые методы деления вот этих вот полученных результатов исследования вот этих клеток мыши тимуса. То есть здесь написано, что много прогресса типа было сделано в этом направлении, вот, но все еще отсутствует какая-то нормальная методология тому, что, ну, как их разделять. Собственно, вот здесь ученые предложили вот такой вот метод, то есть они сначала составили тепловую карту, потом кластеризовали, у них получились такие интересные картинки, на которые можно там приятно смотреть. И если я правильно все понял, там смысл был в том, что как бы в дальнейшем эти методы можно, ну, то есть это просто, ну, proof of concept в каком-то смысле, данная статья. Ну и давайте начну также с того, что просто напомню, вот, собственно, Зубрицкий Анатолий, который сейчас будет рассказывать, он уже нам это все рассказывал, вот поэтому просто напомню, чем отличается классический RNA-сек от bulk, от single-cell RNA-секвенирования. На самом деле вот это bulk RNA-секвенирование происходит таким образом, что берется какая-то ткань, у нее изолируется ДНК-молекулы, чтобы остались только РНК-молекулы. И в дальнейшем они из этого огромного полученного RNA-пула молекул, они как бы ее начинают дальше ее немного... Ну, то есть вот классически заключается в том, что они получают все вот эти RNA, да, и проблема там в чем состоит, что большая часть РНК, она рибосомальная, и проблемы, ну, и она не несет никакой информации про экспрессию. Поэтому, ну, то есть вот тут видно, что вот вся RNA, которую мы отсеквенировали bulk-методом, она вот, по сути, куча информации про одно и то же, и как бы вы можете потратить там много денег на проведение эксперимента, по сути, получить ничего. Зачем вообще это РНК нужно секвенировать? Давайте тоже вкратце так расскажу, что, ну, во-первых, РНК гораздо более стабильная молекула, чем ДНК, что тоже полезно для экспериментов. То есть она, конечно, деградирует, но не так сильно. Не так. Нет. А как? ДНК более стабильна. ДНК двуцепочная, РНК одноцепочная. РНК намного менее стабильна. А, возможно, да, опечатался. Я почему-то слышал, что РНК. Ну, ладно. Нет, совершенно точно нет. Все, окей. Тогда извиняюсь, да. В общем, это не биологическое образование. Вот, поэтому спасибо за, так сказать, поправку. ДНК более стабильная молекула, но если я тоже, то, опять же, не ошибаюсь, по количеству РНК можно говорить о паттернах экспрессии генов. А вот эта информация как раз-таки может быть полезна. Там, например, на разных этапах развития организма можно посмотреть, какие гены экспрессируются сильнее, какие гены менее сильно экспрессируются. В общем, насколько я понимаю, это такое достаточно частое применение вот этого РНК-секвенирования. Ну, давайте теперь перейдем к домашнему заданию. Так, nice. Шикарно. Все, вот так оставлю.
В общем, в этом задании, как я уже сказал, нам нужно будет отреплицировать данные статьи. И, ну, тут написано, что нужно сдать. Вкратце поэтому пробегусь. То есть нам нужна ссылка на Google Collab Notebook. Обязательно описание метода нормализации данных. Это в дальнейшем расскажу, что это. Это все можно в README файле написать. То есть ссылка на Collab Notebook с комментариями, описание метода нормализации данных, карту экспрессии генов, результат визуализации вот, с методом понижения размерности и небольшой анализ биологический того, что вы, собственно, получили. Ну и бонусное задание, если вы, так сказать, решите его сделать, оно по опыту вроде не такое сложное, как кажется на первый взгляд. Вот. Так что стоит запотеть и его, в принципе, сделать. Там оно достаточно интересное. Ну, теперь перейдем к обязательной части задания. Ну, создаете приватный репозиторий и открываете файл, вот, который, собственно, вам Иван Валентинович показывал. Предлагаю пойти по этому файлу, ну тут просто, так сказать, вы скачиваете пакеты, вот, ничего тут интересного нету, здесь вы их импортируете, и здесь вам нужно будет первое задание состоит в том, чтобы загрузить необходимые файлы. Если мы обратимся к статье, то нас интересует, вот как Иван Валентинович показывал, нас интересует, сейчас это табличка, нас интересуют вот эти клетки, то есть вот здесь показано, сколько бэчей существует у файлов, и если я не ошибаюсь, там если все это число сложить, там получится 21 файл. Вот здесь показано количество клеток суммарное в этих всех бэчах, и вот нас интересуют вот, этот вот, вот эти вот клетки, вот эти вот файлы, которые можно скачать с NCBI. Это здесь явно больше, чем 21, нет? Если все сложить. Нет, там 21 получается, ну, вроде. Нет, ну вот... Вот это надо сказать. 2, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 1. Окей. Ладно, пока непонятно, но, наверное, дальше. Ну да, то есть просто, ну, как Иван Валентинович рассказывал, нужно будет собрать такую большую таблицу из вот этих, из вот этих бэчей, которые вы скачаете. Но для начала их нужно скачать. Здесь все эти бэчи перечислены. Как и скачать. И даже дана небольшая подсказка. Здесь, конечно, с небольшой ловушкой. Вот. Здесь главное обратить внимание на то, что, ну, во-первых, на формат ссылки, то есть просто типа сначала скачивать ее вагетом, потом разархивировать ее ну, газипом. Вот. И получаете файлы. Здесь, естественно, формат ссылки виден, то есть я не думаю, что это составит у вас особого труда, то есть просто составляете ссылку и в нее в цикле подставляете вот эти цифры. Вот. Но обратите внимание, что здесь перечислено большее число файлов, которые нужно скачать, вот, и, соответственно, вам нужно, так сказать, точно определить, какие файлы нужно скачать, вот, а какие нет. Далее, как Иван Валентинович сказал, вам нужно получить вот такую матрицу. Эта матрица, соответственно, у нас в строках у нас стоят молекулы, вот, а в столбцах клетки. У нас получается достаточно большая матрица, 34 тысячи строк на 8064 колонки, которую вам нужно с помощью библиотеки Pandas, она, по-моему, здесь импортируется. Да, самый первый. Вам, собственно, ее нужно объединить и вывести. Вот. Далее вам необходимо, соответственно, получить вот такую картинку в шаге 3. Что на этой картинке? В этой картинке у нас ученые, которые делали статью, как Иван Валентинович опять же рассказывал, они взяли маркерные гены и посмотрели их экспрессию. Ну, соответственно, чтобы получить такую картинку. Скорее всего, у вас, ну не скорее всего, а 100% точно у вас такая картинка с первого раза не получится, потому что вот эта кластеризация, она уже выполняется с учетом полученных данных, которые вот из этой статьи были. Сейчас. То есть мы здесь для этого воспользуемся данными, которые получили ученые. То есть будет дан файл, вот он тут есть, надеюсь, что он, где просто перечислено название клетки и ее группы, вот, которую, соответственно, ученые получили по результатам исследования, вот она, МТК-4. А может, давайте МТК сначала вот то, что нам рассказали, сжать информацию с помощью этого PCA? Не-не, это для другого, это heatmap.
То есть понижение размерности чуть позже будет. А, то есть мы сейчас делаем хитмэп. Да, смотрите, вам нужно сделать хитмэп для того, чтобы получить, вот эту вот хитмэпу. Для чего это нужно? Ну, тут, естественно, суперценная информация состоит в том, что по паттерну экспрессии мы можем объединить клетки в одну группу. То есть логика вообще всего этого исследования состоит в том, что мы вначале анализируем данные, они потом кластеризуются, и мы по одинаковым паттернам экспрессии можем сказать, что, ну, если в этих клетках экспрессируются одинаковые гены, наверное, они относятся к какой-то одной группе. И вот на этой хитмэпе это видно. То есть вот тут существует, например, такой кластер из 1825 клеток, вот, которые сгруппированы по паттернам экспрессии тех или иных этих молекул РНК, которые нашли. Вот. Естественно, чтобы такую табличку получить, ну, тут можно обратить внимание, что здесь логарифмическая шкала, и они в таком уже красивом порядке стоят. Для этого нужно будет взять вот эту большую таблицу, 34 тысячи строк и 8064 колонки, отобрать из нее только маркерные гены, это вот, то есть отобрать только то, что находится вот здесь, получается. Вот. И затем вам нужно будет ее нормализовать, для того, чтобы картинка получилась красивой. То есть первый этап, вам нужно будет ее отфильтровать, взять только маркерные гены. На втором этапе вам нужно будет ее нормализовать. Это выполняется с помощью либо метода TPM, либо с помощью вот FPKM. На самом деле, вот там нужно будет объяснить метод нормализации данных и, ну, на то, как вы его объясните, почему вы выбрали тот или иной метод, наверное, это будет, ну, каким-то образом поощряться, я думаю. То есть если вы не просто скажете, что это мы взяли TPM, а, например, объясните, почему взяли TPM, а не FPKM, или там дадите какие-то типа три строчки того, ну, какие вообще методы есть и зачем это нужно, вот, я думаю, это будет вам только в плюс. В подсказку могу скинуть потом статью на то, вообще, какие методы бывают. Вот здесь есть формулы, здесь есть их сравнение, ну, различные методы, и, в общем, можно ее почитать. Вот. Я эту статью в прошлом году использовал непосредственно, когда тоже это задание описывал. Вот. Потом, после того, как вы получили нормализованные данные по тем маркерам, которые нужно, у вас такая картинка не получится. У вас получится, скорее всего, что-то типа вот такого. Сейчас можно поставить Пикачу. Нет, нельзя. А, вот. Нет, ну, короче, сейчас можно как-то ее... Да, там вставляете, а потом нажимаете Escape, и он ее нарисует. Так, а. Так, Escape. Да. Вот, да. У вас получится что-то типа такое. То есть почему так получается? Потому что у вас они не отсортированы по кластерам, ни по каким. То есть у вас еще на этой хитмэпе не учтена информация, к какой группе относится клетка. Вот в рамках задания нам эта информация дана. Она дана вот в файле timus-epitel-clasts.txt. Вот, и, естественно, вам нужно будет применить навыки программирования небольшие для того, чтобы каждой клетке присвоить кластер и отсортировать их в зависимости от этих кластеров, чтобы получилась вот такая вот картинка. Вот здесь, если я не ошибаюсь, получается вот 1, 2, 3, что-то похоже на 4, 5, то есть как будто то, что там есть. То есть тут точно есть с 1 до 4, и если я не ошибаюсь, должен быть еще C-tag, да, вот. То есть 5 всего кластеров у вас должно получиться. Примерно вот такая картинка. Она может немного там варьироваться, но суть должна быть вот такая. У меня в прошлом году примерно такая картинка и получилась, но только числа были немного другие вот по этой шкале логарифмической. Дальше, после того, как вы получили хитмапу, будем считать, что наша гипотеза... Можно... Да, да. Как берется логарифмическая шкала? У нас же тут цвета, а не числа. Или я чего-то не понимаю? Ну, насколько я понимаю, то есть, когда вот это все складывается вообще, ну, вот по своему опыту, я там не математик, никто, вот по своему опыту логарифмическую шкалу вводят в тот момент, когда у нас слишком большое расхождение в диапазонах чисел. Ну, то есть, там,
Вот когда мы сложим все вот эти, все экспрессии вот по этим, или возьмем экспрессии по маркерным генам, скорее всего, там получится, что между клетками существует большое расхождение. Вот. Хорошо, а в какой момент мы вводим логарифмическую шкалу? Логарифмическая шкала, ну она точнее не логарифмическая, это нормализацию мы выполняем. То есть мы, по сути, берем и... понятно, все, да, не логарифмическая, да, я перепутал. Я что-то вспомнил про этот, про статью, вот сказал логарифмическая. Ну, смысл, я так понимаю, у этих операций примерно одинаковый. Для того, чтобы не было сильного расхождения, там, от нуля до, не знаю, до 30 тысяч, например, или еще до какого-нибудь числа там большого, вот, применяется вот этот математический инструмент, который... как бы данные сжимает без потери отношения между ними. То есть мы все еще можем сказать, что там вот это, ну, короче, что 0 явно меньше 10. Вот. И, по-моему, там даже отношения между ними сохраняются. Вот. Но это не точно. Далее, после того, как вот эту картинку получили, опять же, как я, наверное, как предполагается в рамках домашнего задания, будем считать, что наша гипотеза о том, что вот эти клетки, они кластеризованы по группам, она как бы, вот мы ее получили, удостоверились, увидели, вот, и теперь можем приступать к визуализации данных. Визуализировать данные мы, как люди, можем только в двухмерном пространстве, поэтому нам необходимо применить вот эти методы, соответственно, понижения размерности пространства. Я вчера, когда готовился, нашел такую интересную статью towards datascience.com, это, по-моему, первая ссылка в Гугле, вот, где вот такая красивая анимация есть, которая показывает, зачем вообще понижение пространства нужно. То есть, вот как Иван Валентинович рисовал, у нас пространство состоит из много признаков, по сути, каждый признак – это отдельная, ну, можно сказать, не ось, но в пространстве, то есть вот, допустим, вот у нас трехмерное пространство, это там три признака, то есть там мы можем взять там значение первого признака, значение второго признака и значение третьего признака, и мы получим вот координату в трехмерном пространстве признаков, то есть это будет наш объект, который мы описали с помощью вот этих трех признаков. У нас, соответственно, в этом, в данном эксперименте признаков значительно больше. Вот, поэтому нам нужно применять механизм понижения размерности. Вообще существует там несколько, я так понимаю, методов понижения размерности, и отличаются они тем, что одни из них линейные, вот, а другие нелинейные. Опять же, из-за того, что я там не суперсильный математик, я могу только сказать, что вот линейные, видимо, сохраняют отношения между объектами именно, ну, линейно. Вот, они линейные, они вот здесь хорошо видно. У вас получаются такие кружочки как бы. То есть вот PCA, они ровно идут в ровную линию. Вот тут даже это видно. Потому что PCA мы... Здесь тоже это все нарисовано для удобства. PCA мы используем, мы берем пространство признаков, да, вот здесь взято пространство из двух признаков, двумерное пространство. И мы ищем такой вектор, вдоль которого дисперсия вот по этому признаку максимальна. Потом мы, ну, соответственно, находим самую большую вот эту компоненту, вдоль которой наиболее большая дисперсия, и, по-моему, ортогонально на нее проецируем, вот, для того, чтобы эту компоненту как бы убрать с сохранением наиболее ценной информации. Вот, поэтому он и называется Principal Component Analysis, потому что мы вот вдоль главной компоненты на нее все проецируем и таким образом от нее, ну, можно сказать, не избавляемся, но как бы по сути мы вдоль нее потеряем меньше всего информации, это, ну, потому что дисперсия вдоль нее максимальна. То есть это, ну, как бы она дает наибольшее количество информации из-за того, что относительно нее точки разбросаны больше всего. Соответственно, когда мы на нее проецируем, мы эти точки теряем, получается, наименьшее количество информации. Вот, по-моему, схема такая. TSNE, как было в статье, это UMAP, это тоже TSNE, но улучшенный. Там это в статье тоже написано, поэтому сначала TSNE. TSNE, вот здесь написано, что это нелинейный метод, и он хорошо работает на high dimensional datasets. Вот, то есть, наверное, в рамках нашей работы, из-за того, что у нас достаточно high dimensional, вот, но на самом деле еще вопрос, что такое high dimensional, наверное, существует пространство с гораздо большим количеством признаков, но
Можно, например, подвести сюда логику, что это тоже большое пространство с большим количеством признаков. Вот. И поэтому мы здесь будем использовать ESNE, а не PCA. Соответственно, UMAP – это просто, я так понимаю, улучшенный метод TSNE, который нужен для, который хорошо работает с разреженными матрицами. Разреженная матрица – это когда вы, у вас есть матрица, в которой куча нулей, например, как наша матрица, здесь вот куча нулей, и вы из этой матрицы, по сути, делаете гораздо более емкую в памяти структуру. Escape. Вот. Тоже какую-то пикчу в интернете нашел. Соответственно, вот у нас исходная матрица. Она достаточно похожа, ну, в каком-то смысле на нашу. Есть тоже куча нулей, и существуют какие-то значения. И вот sparse matrix – это когда мы, получается, просто пишем координаты значения и само значение. И таким образом у нас получается в теории на больших, вот, на больших данных вот таких получается гораздо меньше места занимает в памяти вот эта таблица. И если статья не врет, вот это алгоритм UMAP хорош как раз-таки тем, что его отличает от TSNE. Его отличает то, что он хорошо работает на вот этих вот разреженных матрицах. То есть там, по-моему, не нужно обратно переводить вот в такой вид, и, в общем, достаточно большое улучшение относительно вот этого TSNE алгоритма. Вот, ну, соответственно... А вы в коллабе приводите ссылки вот на объяснение этих методов, да? Нет, я их вчера нашел, когда готовился. А я, наверное, могу их скинуть. Там, да. Да, скинуть тоже просто, чтобы, если вдруг, почитать. Угу. Да. Так, ну... Соответственно, с методами вроде разобрались. Вопросы, если у кого есть, можете сейчас задать. Давайте я подожду 15 секунд. Вот. И если не будет никаких вопросов, мы двинемся дальше. А вы их можете в файл с ДЗ прикрепить ссылки? Да. Давайте прикреплю туда, их закину. Там в ресурс, например. Аппендикс или что-нибудь такое. Вот. Потому что, ну, раз вопросов поэтому нет, получается, с меня только закинуть эти ссылки в файл, и можем, собственно, двигаться дальше. Ну, для выполнения вот этой операции снижения размерности вам предлагается использовать пакеты Undata. На них приведены документации. И вроде здесь, ну, если вы программировали на Питоне, разобраться несложно. Эта библиотека используется для того, чтобы, ну, потому что в объекте, который она предоставляет, помимо вот данных, которые мы получаем, здесь можно брать еще какие-то дополнительные интересные вещи, то есть с ними удобно работать для визуализации. Там есть несколько операций, которые позволяют вот это все делать. Вот, сейчас я, наверное, не буду их искать в документации. Они, но они там есть. То есть документации, по моему прошлому опыту, вроде было как достаточно. То есть вы просто создаете объект вот этого типа Undata, туда загружаете ваши нормализованные данные. Единственное, что, по-моему, там их нужно будет транспонировать. Да, ну вот. И, ну, соответственно, производите все вот эти тут операции. То есть там можно будет потом посмотреть, ну, соответственно, можно там будет их и вот применить вот этот алгоритм, вот, и в дальнейшем воспользоваться полученными данными из этого объекта для дальнейшей визуализации. Вот. Но если вам, так сказать, если вы знаете, как это можно сделать по-другому, то есть конечная цель у нас какая? Конечная цель у нас просто получить такую картинку, вот, на которой будет видно, ну, вот здесь, конечно, не очень хорошо видны кластеры, потому что, видимо, PCA не очень хорошо для этого подходит. Но вот, например, на UMAP, опять же, как мы предположили, из-за того, что он лучше работает для датасетов с большим количеством признаков или измерений, вот тут картинка получилась, ну, получше, объективно. Вот здесь она какая-то вообще вся смазанная. Ну, в общем, суть задания в том, что вам нужно будет взять вот эти данные, которые у вас здесь есть, разобраться в работе библиотек,
ну, либо использовать какие-то свои, которые там, и вам тогда не нужно будет разбираться. Вот. Но советую разобраться, это интересно достаточно. И, естественно, провизуализировать. Вот. После того, как вы провизуализируете, нужно там примерно рассказать, ну, не рассказать, или там, например, просто сказать, что вот какая группа у вас какая, и, ну, и, наверное, там, какое-нибудь биологическое обоснование или какое-нибудь там, ну, в общем, написать, типа, что вы здесь увидели. То есть, по сути, это несложно, у меня это в работе заняло там строчки 4. То есть, я вот как раз-таки... Ладно, не буду говорить, что я сделал. Вот. Я не очень поняла. Нам нужно биологическое обоснование к этой кластеризации найти? Или как? Оно у вас есть уже, понимаете? Тут, ну, тут, я поэтому да. и не знаю. Ну, то есть вы просто можете написать, что вот мы в результате анализа получили эти кластеры, увидели, как там работают методы понижение размерности и, например, что-нибудь сказать про сами методы размерности, какой, по вашему мнению, там справился лучше, там почему, но в этой статье все, так сказать, есть все подсказки, вот, на что можно там обратить внимание, когда будете это делать. Вот, и просто написать, да, что, ну, сделать там их клетки одного цвета и просто рядом две картинки поставить в табличку в MD-файле и вот. В целом, сколько понадобится кода? Честно говоря, мне пока не ясен масштаб работы. Сколько времени она займет, по вашему мнению? Смотрите, если вы работали с питоном, ну, допустим, вот вы честно делали предыдущие домашние задания, да, там вроде тоже нужно было с питоном работать, то это задание вы сделаете, ну, вот основную часть на 8 баллов вы сделаете достаточно быстро. То есть вот здесь, по сути, вам уже все дано. Вот в этом задании вам необходимо, просто проанализировать ссылки и разобраться, что откуда качать. Здесь даже ссылка есть на то, собственно, что качать. То есть вы вот сюда заходите, здесь можете посмотреть количество сэмплов. Вот это все наши сэмплы. И начиная с какого-то сэмпла, спойлер, здесь-то написано, начиная с какого, у вас, вам нужно скачать вот эти файлы. От вас тут требуется написать буквально две строчки кода, вот, которые смогут бы это сделать. Ну, то есть вроде первая часть несложная. Так, во втором вам нужно просто применить функцию pandas, по-моему, даже одну, вот, для того, чтобы все этот сет, который вы получили, соединить в один. После этого немного нужно будет позаморачиваться с тем, чтобы спарсить файл вместе с названиями группы для каждой клетки, то есть вам нужно будет это прочитать и затем как бы добавить в ваш датафрейм информацию о том, какой группе принадлежит та или иная клетка. То есть уже тоже ничего сложного. Вот, потом просто отсортировать. Ну, функцию pandas, наверное, я прямо не буду говорить, но если забить в гугле, как соединить несколько датасетов, вот, это, наверное, будет первая ссылка, как это будет сделать. Вот. И, возможно, вы с ней сталкивались уже, там, ну, реально ничего сложного. То есть должно быть несложно. Здесь вот это, наверное, такая самая емкая часть домашнего задания, на которую, наверное, вы потратите полтора или два часа. Вам нужно будет почитать, что вообще эта библиотека делает, ну, либо там спросить у своего друга, который умеет пользоваться чем-то другим для визуализации, там, как пользоваться этим. И, по сути, вам нужно получить две суперпростые картинки. То есть на этих картинках вся информация, которую вам нужно извлечь из датасета, это какой группе относится клетка. Она у вас, скорее всего, будет на вот этом шаге. Ну, и все. Типа, остальное все в датафрейме будет. То есть когда вы понизите размерность, у вас датафрейм будет не такой большой, а в нем будет просто там две координаты, которые вот вы здесь отразите. И, ну, напишите Principal Component 1, Principal Component 2, если это PCA. Вот. И, естественно, ну, я написал UMAP 1, UMAP 2. Вот. Но, наверное, можно, точнее, не я, а в задании. UMAP 1, UMAP 2. Наверное, можно так и оставить. Можно попытаться, например, сказать, что это за
Какой, например, биологический смысл они несут. Но если просто сделать такой график, я думаю, вот это цель работы – сделать, вот получить такой график. То есть пройти весь пайплайн, который прошли в упрощенном виде, который прошли вот разработчики статьи, ну, его, во всяком случае, компьютерную часть. То есть посмотреть данные, разобраться в библиотеках, проанализировать эти данные, как-то их визуализировать для того, чтобы было понятно, то есть поделать красивых картинок, и потом сказать, что вы на этих картинках, собственно, видите. Вот. Или там, почему эти картинки различаются, и, ну, в общем, такую всю информацию. Еще можно написать, ну, как я уже говорил, еще можно написать там, почему вы выбрали ТПМ, а не ФПКМ, например. Вот эту статью я могу. А мы можем к бонусной части перейти? Да, давайте перейдем к бонусной части. Тут ее нету, потому что ее вам нужно будет закодить полностью самостоятельно. Смысл бонусной части – это взять результаты вашей вот этой, вот эти ваши результаты, и сравнить их с результатами bulk секвенирования. То есть посмотреть вообще, как они будут отличаться, и, ну, вообще имеет ли смысл там... ну, single cell там вот это делать, или можно просто балком обойтись. Вот, вам здесь скинули данные, ну, тут все ссылки есть на все. Вот, и, естественно, вам нужно проделать те же самые операции, которые вы делали там. Вам нужно будет провести нормализацию. Потом для каждого значения вам нужно будет взять TPM. То есть вы посмотрите ген, посмотрите его значение TPM, это которое вот рассчитывается. То есть вот были такие данные, потом вы применяете метод нормализации и получаете TPM данные. Ну, если у вас будет FPKM, соответственно, если вы решите делать FPKM, здесь, ну, нужно, соответственно, тоже делать FPKM. Вот. Вы сравните данные TPM и FPKM для single cell секвенирования и для bulk секвенирования, и возьмете значение этого гена для, ну, соответственно, среднего его. Ну, после этого, соответственно, вы можете взять среднее значение по подгруппе MTAC4 и подготовить выборку для анализа непосредственно для вот картинок, которые должны получиться в итоге. Вы можете взять все маркерные гены, как тут написано, все маркерные гены из основной части, и взять 10, 100-200 наиболее экспрессивных генов. Ну, собственно, тут в задании все написано. Вот. После этого вам нужно будет их сопоставить, то есть нарисовать картинку. Я, наверное, сейчас даже, наверное, покажу, как картинка. Ну, только... сейчас. Так. Copy image, чтобы примерно... было понятно, в какую сторону делать. Вот, я в прошлом году сделал вот такую картинку. Здесь, по сути, представлены два вида данных. Ну, я визуализировал. То есть я взял балк секвенирования, это у меня единичкой представлено, и single cell секвенирование, это у меня представлено ноликом. Соответственно, по оси Y я отложил single cell, по оси X я отложил балк. И вот в зависимости от значений, которые вы получили для single cell и для балка, ну, соответственно, ставите их здесь. Вот. И вот, ну, я сделал три таких картинки, вы можете какие-нибудь другие сделать. Но суть в том, чтобы каким-то образом сравнить и на основе картинки, которую вы сделали, сделать несколько выводов. Там, например, 2-3 вывода о том, чем эти методы отличаются, как это подтверждается вашими данными, с которыми вы работали. Вот. Ну, соответственно, все. Это суть задания. Хорошо, а если будут какие-нибудь вопросы по ходу, кому по этому поводу писать? Мне. Хорошо. Тут, да, я в Солянова за это задание отвечаю, поэтому пишите мне. Я постараюсь вам помочь. Вы в Телеграме есть, да? Да, тут написано. Угу, написано. Хорошо. И не забудьте пригласить меня на GitHub. Вот. Для того, чтобы я посмотрел, смог проверить ваше домашнее задание. Ну, наверное, все. Там, если
Ну, тут просто в задании на самом деле все написано прям. То есть тут даже написано, типа, примерно какие картинки, и вот тут даже предполагается x2 бонус, если, ну, вот, например, я в прошлом году делал на глаз условно, то есть вот этот процент я получил, беря координаты для single cell и для bulk секвенирования, вот, и я там смотрел, если между ними разница, вот, расстояние больше, там, по-моему, 0,2 я взял, вот, но это абсолютно такое число, я просто считаю, что больше 0,2 там это много, там, или еще что-то типа того. Вот, если между ними большая разница, то есть они сильно отличаются там в одну либо в другую сторону, тогда вот я считал, что они, ну, у них большое расхождение результатов методом single cell и методом bulk. Вот. Но здесь вот предполагается еще для фанатов математики использовать дифференциальные какие-то штуки. Честно говоря, я пытался, но не осилил. Вот. Но если вы это сделаете, то, видимо, можно получить 4 балла за бонусное задание, если вы сможете это сделать. Вот, собственно, все. Так. Еще вопрос не по теме. По третьим ДЗ сроки проверки известны. Сказали, что да. Поговорят на неделю. Да, да. Вот, я еще хотел попросить там, если, ну, короче, я не успел какие-то приглашения принять на почте, вот, в репозиторий. И можете, пожалуйста, передать, чтобы меня пригласили еще раз, потому что я у кого-то принял, а у кого-то не успел еще. Вот, и у кого не успел, я, честно говоря, пока не знаю масштаб трагедии, поэтому попросите, пожалуйста, еще раз, чтобы меня пригласили. Третьим, ага. Да, к третьему репозиторию. Ник, ну, тут вот есть, EFRSW. Никак, в этом и прикол. Если бы я знал, я бы мог написать, ну, точечно. А, или, по-моему, вот Анна мне писала, там видно у вас в репозитории, если да, вы зайдете в настройки репозитории, да, там видно коллабораторов. Вот. TheRabbit. Да-да-да, это второй ассистент. Да, в общем, попросите там... Дима вроде всех принял, вот, а я немного там не успел, скажем так. Вот, поэтому если вы их скинете, то будет отлично. Если нет, то, наверное, я буду просто писать потом. Короче, лучше скиньте, пожалуйста, еще раз на всякий случай. Вот. Так, ну если вопросов нет, ну или какие-то есть, можете задавать их. Вот. Егор, смотрите, вы же проверяете DZ3, получается, да? Вы вместе... Да-да-да, мы вдвоем проверяем, да. Ну вот, во-первых, ну, кто, если у вас нет, а у второго есть ассистент, то пускай он проверяет этого человека. И, во-вторых, напишите общий чат еще раз. Напишите общий чат. Там, пожалуйста, пришлите по DZ3 приглашение. Мы начинаем проверку, там, не знаю, завтра. Ну, то есть, я так понимаю, что давайте на этой неделе тогда, вот до следующего четверга, закончим проверку DZ3. Окей. Ну, DZ, может... DZ3 там... или 4, что-то я запутался. DZ4, вот это пятое. То есть 4 это, наверное... 4 это, наверное, просто... А, наверное, DZ3... на экспрессию. А, DZ3... 5 это на предсказание. А, мы еще... А, два, да. Два дизайна проверены. Да, сейчас пятое, ну, последнее. Да, ну сейчас четвертый только что сдали вчера, поэтому... Да, DZ3, да. DZ3, давайте в течение недели проверим все. Так что да, напишите общий чат, Егор, вот, чтобы все вам прислали еще раз, и все тогда вам пришлют. Короче, да, окей. Вы начинаете проверку. Все, тогда спасибо и удачи. На следующей неделе еще пообщаемся про семью. Спасибо, до свидания. Все, до свидания. Да, всем пока, всем.